Книга, альбом фотодокументов «Взгляд из прошлого» – это выражение нашей памяти и уважения к истории нашей малой Родины, к ее истокам и корням. Стремительно протекает современная жизнь, отдаляя нас от прошлых времен. Фотографии возвращают нас в ушедшее время, через которое прошло не одно поколение наших земляков. Смотря на них, мы видим красоту и одухотворенность лиц людей, живших в те годы. Они смотрят из далекого прошлого в сегодняшний день. Они смотрят на нас, пробуждая особые чувства. В большинстве своем на фотографиях присутствуют жители села Борисово и близлежащих окрестностей. Есть несколько фотографий города Санкт-Петербурга, депо города Бабаево и других населенных пунктов. На фотографиях можно увидеть, как жили и одевались люди, их быт, обстановку жилища тех, кто проживал более 80-120 лет тому назад. Все фотографии относятся к концу XIX – начала XX веков и охватывает период до 1938 года. Фотопластинки принадлежали двум фотографам, проживавшим в селе Борисово-Судское. В то время в селе Варнакушка Борисовской волости Белозерского уезда Новгородской губернии Василию Ивановичу Тасинову и Николаю Григорьевичу Голубцову. Василию Ивановичу Тасинову принадлежали фотографии, снятые до 1917 года. Про Тасинова, к сожалению, ничего не известно, так как в наших краях у него не осталось потомков. Известно, что его дочь Тамара Васильевна Тасинова работала в Борисовской средней школе учителем биологии. Детей у нее не было. Голубцову Николаем Григорьевичем сделаны фотоснимки с 1918 по 1938 годы. Николай Григорьевич до 1918 года учился в воздухоплавательном батальоне на фотографа, где прошел обучение аэрофотосъемке. Стеклянные фотопластинки для обработки, сканирования, печати представил племянник Голубцова Николая Григорьевича Юрий Константинович Епифанов, учитель, писатель, журналист, краевед. Издание этой книги задумано и исполнено Михаилом Анатольевичем Савельевым, военным комиссаром Бабаевского и Кадуйского районов Вологодской области. И хотя он родом не из наших мест, но волей судьбы оказался в наших краях, полюбил их, увлекся историей и вернул к жизни образы, запечатленные на стеклянных фотопластинках. На оцифровку и обработку фотопластинок ушло более 6 лет. В настоящем издании представлено 374 фотографии. Некоторые из них сопровождаются описаниями, которые составлены на основе документов Борисовского краеведческого музея имени Юлия Александровича Голубцова, воспоминаний местных жителей. Они глубже раскрывают исторические факты и образ жизни того времени. Книга будет интересна краеведам, преподавателям, представителям духовенства Русской Православной Церкви, тем, кто занимается изучением истории своего края, жителям Бабаевского района Вологодской области, всем, кто неравнодушен к культуре и истории родного края.